Уважаемые коллеги, исходя из практики многолетней, на последних заседаниях Джогур-Кукинеша очень опасно рассматривать законопроекты, которые касаются принципиальных вопросов и большого количества граждан. Часто проходят инициативы, которые потом возвращаются с возражением президента или по которым идет критика со стороны общества. По этому законопроекту хочу отметить, во-первых, действительно, со стороны правительства абсолютно недопустимо такой ответ. Представляете, есть регламент правительства, есть определенная этика, в конце концов. Я обращаюсь сейчас к господину Буронову и прошу прекратить разговоры и выслушать критику. Патальчич. Уважаемый вице-премьер-министр, во время заседания Джогур-Кукинеша, когда ваш законопроект рассматривается, который касается правительства, обращайте внимание на выступление депутатов. А обсуждение со своими госорганами нужно было провести до этого и в виде заключения правительства сегодня представить. Я считаю, во-первых, в отсутствие заключения правительства рассматривать данный вопрос нет возможности. Устные заверения премьер-министра, депутатов в данном случае невозможно рассматривать как определенный документ. Давайте соблюдать процедуру. Второе, по данной инициативе, действительно, я соглашусь с коллегами, неоднократно были попытки со стороны некоторого лобби строительных компаний провести сомнительные нормы в пользу тех же строительных компаний по параллельному строительству. Сейчас норма предлагается, действительно указывающая судам, как они должны себя вести. Это противоречит действующему законодательству, это противоречит уголовным кодексам. На сегодняшний момент предлагается норма, которая говорится, что пока идут споры по земельному участку, строительство может продолжаться. Что это обозначает? А если спор будет выигран одной стороной по незаконности выделения земельного участка, потом за счет государства нужно сносить и выплачивать компенсации гражданам? 10 секунд. Уважаемые коллеги, я считаю, что данный законопроект, он нуждается в общественном обсуждении, первое. Второе, процедурно должно быть оформлено и заключение правительства, и высказана четкая позиция. И третье, в таком режиме не... Рахмат